Привет всем, с вами Джексон, и сегодня мы соберем простую и интересную схемку. Это у нас сенсорный датчик, или как по-другому это называют, сенсорная кнопка. Очень простая схемка, вырисовал я ее еще когда находился в кружке. Компонентов тут очень мало, все доступные. Это у нас два конденсатора, три резистора, три транзистора, транзистор 1КТ315, два транзистора МП42, можно взять аналогичные, допустим, МП40, МП39, или на крайний случай все эти транзисторы можно заменить современными аналогами. Также нам нужен будет один вот такой кусочек стеклотекстолита, это будет и наша сенсорная кнопка, и самое, наверное, главное, это у нас вот такое реле, при помощи которого мы можем запускать буквально что угодно, то есть мы при помощи вот этой схемки будем активировать реле, и это реле может нам включать что угодно, допустим, можно использовать для включения звонка, компьютера, что угодно, буквально можно реально вот при помощи вот этой штуки вот включить. Я думаю, реле сейчас найти будет, ну, нетрудно вообще. И давайте попробуем собрать ту схемку, все очень просто, буду собирать вот такой вот макетный план. Все без проблем укомпоную. Единственная проблема, у меня возникла с реле, его контакты совсем не подходят под эту макетную плату, я не знаю, с чем это связано, то есть мне пришлось их достаточно серьезно вот так изогнуть, чтобы оно более-менее подходило. Ну, не знаю, все-таки реле какой-то имеет другой стандарт, что ли. Ну ладно, попробуем все это собрать сейчас. Питается это у нас дело от 9 или 12 вольт. Давайте начнем. Я все собрал, вот так выглядит наша схема. Вот само реле, транзисторы и другие компоненты. Реле нормально усадить на эту макетную плату не смог, поскольку контакты не совпадают с отверстиями. Но это не критично, главный контакт у нас есть. Вот сам датчик, то есть сенсор, до которого мы должны трагиваться, должно срабатывать при этом реле. Кто не знает, что такое реле, это устройство, которое замыкает или переключает контакты. Достаточно удобная штука, при помощи нее можно включать или переключать абсолютно любое устройство. Самое главное, чтобы реле по номиналу напряжения подходило, вдоль до лампочки, паяльника, телевизора, что угодно, буквально можно с помощью реле включить или переключить. Давайте это все дело испытаем. Вот у меня есть наш блок питания, кстати говоря, у него светодиод сгорел, не знаю почему. Давайте к нему подсоединим наше реле. Я все соединил, и теперь, когда мы будем касаться нашего сенсорного датчика, будет включаться пищалка. То есть у нас получилась такая интересная кнопка, при помощи которой можно активировать буквально что угодно. Все зависит от реле, которое вы будете использовать. Главное, чтобы номинал подходил. Можно при помощи нее активировать хоть лампочку, хоть звонок, хоть что угодно. Действительно, единственный минус, возможно, этой схемки для некоторых, то, что это у нас кнопка, это никакой не тумблер. То есть пока мы держим, оно активировано. Как мы отпускаем, оно сразу же выключается. Есть более трудные схемки, они идут уже на микросхемах. Там есть какое-то запоминающее устройство. Когда мы нажимаем один раз, оно будет включено. Один раз нажимаем, оно выключается. Но у нас вот такая вот простенькая схемка. Взял ее давным-давно еще в кружке. Работает, как вы видите. Реле, я не знаю, если вы не найдете, ссылку на него скину в описании тоже. Можно без проблем заказать на AliExpress, там они вроде недорого стоят. Ну, в общем-то, вот такая вот у нас схемка получилась. Я думаю, для некоторых она будет полезная. И при помощи этой схемки можно активировать действительно что угодно. В нашем случае мы активировали вот такую вот простую пищалку или звуковой генератор. И, в общем-то, с вами был Джексон. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И, в общем-то, пока.